Прям бегала, бегала, гонялась. Ох ты мой. Она испортилась, если честно. Мне показалась эта идея прикольная. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и у нас сейчас будет спонтанное такое домашнее видео. У меня здесь есть небольшой пакетик Fix Price, новиночки, я бы хотела показать что-то, потому что супер-пупер я гонялась там за этим, хочу скорее вам показать перед тем, как украшать квартиру. Что-то новогоднее, что-то привычное вам и мне. Сегодня как не могла подойти к этому видео, но вот слава богу, что здесь есть у меня зеркало, я его просто включила сейчас. Немного, видите, уже украшена квартира, не немного, а только вот на окне сделан этот дождик, я специально его пока не показываю и не снимаю на его фоне, потому что я его только один сделаю, и потом уже хочу вам все показать потом. Итак, давайте с новогоднего начнем. Вот то, зачем я прям бегала, бегала, гонялась, девчонки, и так и не нашла. Это вот эти ангелочки. Я их взяла в других цветах, потому что белых не было. Я 3 магазина обошла, сказали, только были, разобрали, только было, разобрали. 2 голубеньких я взяла и 2 розовеньких. Сейчас я их достану. Так, вот еще один голубенький. Но сейчас я вам скажу прикольчик в чем. И вот они, и розовые, вот такие припудренные розовые, пудровый розовый, да, его называют. Вот такой ангелочек, вот. Думаю, ну ладно, если мне не подойдет, в любом случае я кому-нибудь подарю, они прикольненькие. Нифига себе! Я пришла домой и примерила их. Я просто в прошлый раз брала беленький, вот я вам сейчас покажу. Он здесь висит у меня. Вот он, красавица. Висит здесь. Вот они розовенькие. Короче, когда я вешаю их на свое зеркало, я вам здесь даже повешу, да, покажу, они особо из-за света не бросаются в глаза, то есть они кажутся примерно в каком-то одном цвете, и сильно вот не бросается, что этот голубой, этот розовый, этот белый, то есть не кажется, что у меня такой разнобой, вот, а что они примерно какие-то вот оттенки непонятные. Мне очень понравились эти ангелочки, и походу, то ли после моего видео, да, то ли просто люди поняли, что эти ангелочки классные. Цену я не помню, мне кажется, они стоят 77 рублей, я не помню просто. И здесь вот не написано мне, да, это надо в чеке искать, смотреть, просто здесь ставлю. Ну, короче, эти ангелы убойные, просто убойнейшие. Они мне очень нравятся. Ну вот, смотрите, как прекрасно оно смотрится все, да, это я уже еще сделала кое-что. Ну, то есть не бросаются сильно в глаза. Да, видно оттеночки голубенькие, но не так, чтобы, знаете, прям разнобой какой-то, чтобы было некомфортно. Ты еще не доубирала тут. Вот. Ну, в общем, вот. Неплохо, мне нравится. Так, еще из новогоднего я взяла 3 вот такие звездочки. Мне кажется, что в прошлом году я что-то брала такое, но, по-моему, синие. Просто синие. Снежинки. В этот раз что-то не захотела брать синие снежинки, я захотела взять золотые звезды. У меня вот, например, в спальне здесь, вы видите, да, все в таком оттенке, вот занавеска. Это, кстати, я не застелила, это мое постельное белье такое, мне показалось красиво, я не стала застилать. В общем, все у меня в таких бежевых, и вот мне кажется, как раз-таки в спальне, да, или, в принципе, в гостиной можно вот такими звездами красиво украсить. Ну, 3 звездочки как-то повесить красиво, да? Супер, тоже и на фон может быть красиво. Мне вообще хочется прям весь декабрь снимать с красивыми новогодними фонами и устраивать вам Новый год. Из новогоднего, смотрите, какие прикольные штуки я нашла. Значит, первое, это вот такая, вот такой цветок, он какой-то прям нереально красивый. Мне кажется, куда бы вы его ни прилепили, хоть я не знаю куда. Он, в общем, на такой палочке, видите? А вот здесь такая просто прищепочка. И мне кажется, его можно прилепить хоть куда, да? Я же говорю, хоть на блузочку вашу какую-то, да? Да даже на елку. Я вообще подумала, что на елку будет красиво. Я хочу сделать елку очень интересным способом. Как раз таки для блогеров, да, интересным способом. Будем мы ее с вами наряжать вместе. И посмотрим, во что выльется моя идея. Короче, мне понравилось вот это. Я взяла цветок такой, да? И еще вот такой цветок тоже. Вот он здесь не распахнутый, не развернутый. Тоже, видите? Прищепочка, палочка. Он такой здесь, знаете, немножечко с какими-то проволочками. То есть вот, раз, и он уже разлетается, как вам надо. Становится большим таким красивым цветком. Вроде сильно не сыпется, хотя нет, вот этот серебристый посыпливается. Хотя нет, у меня уже все здесь в блестках. Будьте аккуратны, если кому-то блестки напрягают. Лепестки очень классные здесь, знаете, из чего они сделаны? Типа бархата что-то, да? Тканевые. Вообще... Это клево. Ну, какие-то лепестки мягкие, вот такие из бархата, какие-то просто из ткани накрахмаленные немного. Короче, классные. Вот. Надо было брать даже больше, но я взяла на пробу, знаете, посмотреть.
Потом, если встречу, может быть, я еще куплю. Сейчас я буду украшать по ходу, потом же что-нибудь докупим, если что. Дальше еще с новогодними вещами я решила взять два вот таких вот. Это тоже, скорее всего, пойдет на мое зеркало. Вместе с ангелочками я тут все размажу. Новогодние такие звездочки. Они, смотрите, тоже одну сейчас распечатаю, вам покажу. Ой, красота, бог ты мой. Бог ты мой, какая красота. А что они залепили, вот реально? Отрывать. Они прям залепили вот эти кончики, представляете? Или я что не так делаю? Ой, что это такое? Звездочка внизу. Это вот здесь. Вот. Вот так. Да? Вот здесь такая петелька. Мы вешаемся на нее. И все, здесь свисают такие вот ленточки небольшие. И потом переходит это все в такую звездочку. Это тоже для своего зеркала взяла. То есть... Я немножко думала по-другому будет. Я думала где-то, наверное, вот так вешать, да? А вот это как-то вот здесь вот так вот свисает внизу, вот так. Вот. Я, может быть, даже что-то так и сделаю. Как-то вот так интересно тоже. Ну, в общем, посмотрим. Так тоже интересно. Оно здесь мягенькое у нас, и внутри прям такой снежок, олененок. Красиво, аккуратненько. Украшение мне очень нравится. Еще вот такие вот штучки решила взять, мне очень понравились, на печеньки похожи чем-то. Они на петельках, на беленьких там видно, да, не буду разворачивать, я вижу, как красиво все, 149 рублей стоит 3 штуки. И это я тоже взяла, это у меня будет либо на зеркало, либо это будет на мою елку. Вот, так как у меня елка такая будет интересная, да, я посмотрите. Так, с игрушками я кое-что заказала, вот заказала. Что такое? По привычке уже, да? В общем, я взяла вот такие вот, наконец-таки, я решила взять, ставить елку, а значит, игрушкам быть. Вообще, я заметила, что хочется игрушки каждый год новые. Вот я сейчас подостаю все игрушки, которые у меня есть, наверное, какую-то часть использую, а какие-то совсем старые мне как-то и не хочется. Мне по приколу делать что-то новое, елку делать новую, как-то по-разному дизайн. Не просто так нарядил там всеми игрушками, как и мы раньше делали в детстве, да? И вот эту гирлянду повесил. Все. Хочется что-то новое, интересное, как-то вот эволюционировать. В общем, взяла одни такие голубые серебристые, другие розовые серебристые. Тоже посмотрим, как что миксовать. Буду, не факт, что все они пойдут на елку. Я хочу елку сделать очень интересненькой. И здесь, кстати, отдельно нам придется самим вручную, вот они, видите, петельки присобачивать, привязывать. Так, что новогоднее еще у нас есть? Новогоднее. Ничего, да? Теперь у нас пошла бытовуха, девочки. Первое, что я покажу вам, это я взяла еще силиконовые формочки. Кто-то у меня спрашивал, Селена, силиконовые формочки, когда ты брала, они свежие или нет? Они свежие, вот я еще взяла фиолетовую. Решила другого цвета взять. Я вот здесь вам, кстати, оставлю видео, где я готовила по вот этому рецепту, который сзади. Они получились очень вкусные. В одну половину я забыла разрыхлитель кинуть, потом в другую кинула разрыхлитель. В общем, они отличаются. И вот прям посмотрите, как я делала, какие они получились классные. Просто рекомендос. Многие пошли, купили такую же формочку, потому что понравилось мое видео. И я купила себе вторую, потому что я делала по очереди, а это время. Так бы сразу в две налила, в духовку и все. Будете брать, берите сразу две. Дальше. Что я решила приобрести, девочки? Щетка для массажа. Вот ходила все мимо. А потом думаю, блин, на самом деле у меня была щетка какой-то известной фирмы. В общем, она испортилась, если честно. Ну, из-за воды что-то там в воде стояло, что-то там потемнело. Деревяшка вот эта вот. Причем там деревяшка была не гладкая. Вот здесь, видите? Давайте достанем. Я надеюсь, удобно будет. Ой. Забыла опять эти взять, слышите? Ножницы. Короче, вот здесь вот такая ручка, вот она, да, в принципе, достаточно удобно. Мне понравилось, что здесь мягенькие сами волосы, потому что та щетка была, она очень грубая была, мне ей было неприятно, как бы, да, работать. Ой, класс, так приятно. Вот прям приятно, но, знаете, почесывает вот так. И я знаю, что массаж можно делать на масло, можно делать без масла просто, да, там вот на сухую кожу. Просто вот даже сейчас немножечко кровь разогнать, да, и типа это полезно для антицеллюлита там, да, и вообще вот как бы разогнать кровь, вот это вот все дело. Она приятная, комфортная, она помягче, плюс вот эта вот деревяшечка, она обработана, она покрыта лаком, она мягенькая.
а та не была мягкая. И та была у меня с ручкой такая, знаете, и тоже как-то вот эту ручку как-то не особо удобно. Вот это, мне кажется, намного вот удобнее. Плюс 199 рублей, а та стоила хрен знает сколько, дорого. Короче, я решила взять и помассировать немного, от целлюлитика поизбавляться. Да, он есть. Вот такая щеточка. Мила, эта щетка не для тебя. Мама купила себе ее. Не надо начинать отбирать у меня все. Вот что значит с женщиной жить, с еще одной. Отбирает, все, отбирает у меня, отбирает мои все приколюхи. Обнаглела, что ли? Короче, вот ручка удобная, вообще классная, компактная щетка. Так, еще я увидела вот такой интересный коврик для выпечки с антипригарным покрытием. Мне стало это интересно. Вот так вот выглядит. Достаем. Я потрогала через дырочку, здесь можно потрогать. И вот просто вот такой вот коврик. Небольшой. Он как будто как бумага, между бумагой и какой-то клеенкой. Ткань такая, да? Просто простая. Но я так поняла, он многоразовый. То есть его помыл и все. Положил на противень, раз, потом помыл. Согласитесь, это лучше мыть, чем противень. Хотя, с другой стороны, я подумала, а одноразовая бумага? Ее вообще выкинул, мыть не надо. Согласна, одноразовая бумага может быть лучше. Но мне захотелось это тоже испытать, посмотрю. Может, оно и не грязнится сильно, да, и реально просто сполоснул, и все. Короче, вот такое взяла. Может быть, даже надо было брать две сразу. Так что имейте в виду. Расскажите про такой коврик, если у кого-то есть. Чем он отличается от бумаги? Может, кто бумагой пользуется, не обязательно и брать этот коврик, да? Так, все, коврик вот такой взяла. Дальше, что интересненькое я взяла. Вот это вот я взяла повторно, потому что очень много волос у меня застревает прям в ванне. И Танюша придет иногда, свои волосы помоет у меня, да. И вот мы как бы с Дэнни, ну, Дэнни что там, короткие, но не суть важно. То есть лезут волосы, короче, надо их придерживать. Так, взяла обязательно салфеточки детские, мне нравятся, они самые классные, и они прям, знаете, вот их закрываешь, и они реально всегда там мокрые, в отличие от многих других салфеток, их закрываешь, они как-то быстро испаряют оттуда влагу. Вот эти прям вот большие беру всегда, мокрые до самой последней салфетки. Взяла Дэнки носочки, смотрите какие, я, кстати, не знаю, они будут нормальные ему, мне кажется, они какие-то большие, хотя здесь написано размер 3-5, я думаю, это 3-5 возраст, да? Состав 67% хлопок, двое вот таких вот, прикольненькие. Ну, такие нейтральные, знаете, я беру носочки нейтральные, чтобы они были под все, под черное, белое, бежевое, серое, как бы, да, вот, люблю. Что-то в последнее время мне не нравятся какие-то цветные носки, мы их особо не носим. Вот у нас в ходу реально белые, серые и вот что-то такое нейтральненькое. Короче, вроде бы наш размер, думаю, подойдет. Носки всегда теряются, Мила их всегда вытаскивает из ящиков, играется с ними, теряет, короче, я их все время теряю. Посмотрите, для Денечки, что еще интересненькое я приобрела. Ты! Да, сначала я вообще думала, что это себе взять. Короче, это такое горлышко. Одеваешь, и все. То есть, если я одела, допустим, ему без горла что-то, а мы выходим на улицу, я ему сверху одеваю, как шарфик вот так вот, да? И вообще она стильненько смотрится. А ну иди сюда. Дэнь, дайте. Вот так. Ну подойди. Присядь. Подожди, я девочки не видят, иди сюда. Так, видите? Вот так, видите? Так, смотрите. Все. Раз, раз. Вот смотрите, шейка закрытая, да? Это может и сверху быть, а может быть это под низ одевать и сюда свитерок. Вот. Мне кажется, прикольно. Что-то в этом есть. Да? Тебе удобно? Нет? Ты хочешь снять? Мила, не ешь дождик уже, ты посмотри. Все, Дэнь, идите. Мила уже дождик ест. Не дождик, а вот эти вот штучки, звездочки. Короче, мне показалась эта идея прикольная. Вообще, я думала, что это для взрослого, честно вам скажу. Я вообще хотела взять такой себе. Но на меня, мне кажется, не налезет. Хотя, смотрите. Вот. Очень даже стильненько. Вот так вот раз, да? А здесь что-то такое одела. Что-то в этом есть, но мне не черное надо было брать. Потому что черное у лица мне не идет. Вот сюда можно было светленькое брать. Но там были разные цвета, девчонки. Там были серые, белые, розовенькие, голубые. На взрослого человека вполне себе налазит. Ой. Так что себе оставлю. Нет, Деньки темные, а себе надо будет взять другой. 199 рублей стоит. Как шарфик может быть.
Так, и последнее, что я взяла, это вот такие вот штаники. У меня есть уже такие штаны бежевого цвета. Тане они очень нравятся, она всегда смотрит, ходит, говорит, блин, какие классные. Говорит, если бы ты мне не сказала, что они с фикс прайса, да, я бы подумала, что они минимум там 1000. Ну, то есть, если бы ты сказала, что они стоят 1000-2, я бы поверила. Они реально очень круто смотрятся дома, да, вот я хожу. И прям вообще, я еще кофточку бежевенькую там одеваю, говорит, очень круто, прям вот очень классно. На самом деле, они мягкие, кайфовые, в них очень классно спать, в отличие, допустим, от моих каких-то домашних вот таких костюмов. Вот такие костюмы я, конечно, снимаю, да, а вот в таких штанишках можно спать, потому что они хлопковые, мягкие, если ты замерзла, то в них комфортно спать. Вот, стоит 199 рублей, но я решила взять себе еще вот такие синенькие, они еще с карманами, то есть можно, Таня тоже отметила, да, что можно что-то положить, телефон там, выйти, что-то, ну, кто кладет что-то в карманы, потому что я ничего не ложу в карманы. Вот, и я беру 46 размер, прошлый размер, я не знаю, кстати, какой я взяла, по-моему, тоже 46, они классненькие, мягкая резинка и длина хорошая, вот, и у меня есть еще такие маечки всякие, такого же цвета, у меня есть как футболка с таким рукавом цветом и как майка. То есть я могу это одевать, все сочетать, будет очень круто. Короче, я увидела, что они есть. Там еще бордовый цвет был, по-моему, и еще какой-то. Но я взяла синенький. Вроде синенький мне идет. Так, ну и вот штаники, я не знаю, видно вам хорошо или нет. Вот, вот так хорошо видно. Да, 46-й отлично сидит. Видите, длина хорошая у меня вот здесь вот. Вот, карманчики, резиночка замечательная. Ой, так... Трусы засветила. Вот, прихудела я немножечко сейчас. Стараюсь, смотрю за своей фигурой. В общем, вот такие вот штанишки. Очень себе хороши. Ай! Вот немного моей кошечки наглой. Милочка! Кошка наглая. Покажи, пожалуйста, свою морду наглую. Как дела у вас? Все хорошо чувствуете? Скажите мяу на камеру, скажи мяу. Нет? Мяу. Это кто забрался тут в пакет фикс прайс? Ты хочешь, чтобы я тебе показала? Обзор милый сделала? Ну вот моя кошечка, смотрите. Милочка, она очень ласковая кошка, не нападает вообще ни разу. Ее вот можно спокойно погладить. Она вот мурчит. Нападает и мурчит. А ну-ка стоять! Ты чё на мать нападаешь, рыжая? Рыжая, бесстыжая. Все, девочки, вот такой коротенький обзор, поэтому не стала нагораживать что-то там специально. Даже не накрашенная, вот в домашнем обличии, думаю, сниму такое домашнее уютное видео, просто разберу пакетик, думаю, будет интересно. Расскажите, как вам вот такой формат, вам больше нравится вот так, да, как вот раз и сняла, или вам нравится, чтобы прям вообще там накрасилась, хотя, наверное, особо сильно не отличаются, да, эти видео, но все же, если кто-то заметил, напишите, как вам нравится больше. Вот так вот спонтанно, да, или... Фон там что-нибудь придумай, там налепить, сам налепить. Накрасилась, оделась там. И давай вещать. В ближайшем будущем смотрите украшения квартиры, смотрите наряжение елки, будет необычная мне такая елка, хочу ее сделать. Многофункциональная, как минимум двухфункциональная. И на втором канале у меня проходит мини-конкурс, это разогрев такой, да. Тоже видео оставлю на конкурсное видео, под видео оставлю, да. Участвуйте, если успеете. Вот, там, по-моему, 25-го уже заканчивается. Или 26-го заканчивается конкурс. Вот кто успеет, поучаствуйте. Я там разыгрываю небольшие боксики, это разогрев. Дальше будет у нас следующий конкурс. Еще прикольнее, вот, надеюсь, вам понравится. Участвуйте во всех конкурсах, обязательно. Все, вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока, с вас лайки, подписки, комментарии.